Привет. Ну что, вырвался я опять на рыбалку, но мне тут посоветовали мормышинг. Такой вид, так сказать, ловли, как наиболее что-то легкое, маленькое, компактное и, скорее всего, рыбное. Рыбу я уже одну загреб. Я приложу там какой-то совершенно мельчайший окунь. Какой-то ни о чемный. Вот, но тем не менее, и одну мормушку я уже оборвал. Вот, сейчас привязываюсь заново и попробую что-нибудь еще тут поймать. Вот, потом расскажу про спиннинг. Вот, мормушечка 0,45. Такой я себе купил, модный кейс под мормышки двусторонний. И тут я два контейнера под мормышки и два контейнера, ну, под приманки, два контейнера под ультралайт. Я еще взял косодаку, если... Ну, на всякий случай. Вот. Советуют в качестве приманки очень многие вот такие вот кегли. Ее и будем использовать, я так думаю. Такая вот оснасточка. Вон там вот трава, и вот там, видите, плещется. Как раз туда я сейчас покидаю. Спиннинг. Престиж от нуля, от 0,2 до 0,8. Блин, зацепился. Оборвал, что ли? Я. Но почти слез наш этот... На... приманочка. Все-таки тогда правее буду немножко кидать. Сейчас еще. Тут поймал я, короче, одного микроокуня. Выкинул его, естественно, выпустил, в смысле. Вот, ничего не будет. Сейчас пару забросов вот тут вот сделаю, как это, веером. И буду локацию менять. Вот, иногда поклевки случаются, но реализовать я пока смог только вот того... микроокунь, он прям схватил. Очень-очень жадно. Вот прям сейчас была такая мощная поклевка, но не засеклась рыбка. Вон, по-моему, не откусила, но прям реальная. Прикольно. Такая вот рыбалка мне больше нравится, чем моя обычная. Да, заброшечка из меня, конечно, тот еще. Вот, теперь я понял, почему все эти мормышечники хайт купные при их цене. Я вот тоже себе несколько штук собрал. Оунерский крючок 12-й и дробина разрезанная. Давайте что ли попробуем танточку, раз уж мы здесь. Я купил вот таких вот, тоже заказал микро червяков. Посмотрим, будут ли на них поклевочки. Если нет, вернусь на вот эти вот. Вайтбейты, или как их там, которые как бейсбольные битки, вернее, как кегли для боулинга. Вот те края, и пока я буду кидать, раз там что-то у меня клевало, может быть, не фабричный, а самодельный оунерский крючок подсечет лучше. Я, кстати, приложу, я на них смотрел через микроскоп, и разница, конечно, видна. Невооруженным глазом. Ну, что-то кто-то у нас тут есть. Опа. А, окунь. Настоящий. Я такой, ой, рыбак, конечно, что мне вот такой даже мельпиздрический окунь вызывает прилив, так сказать, адреналина. Такой вот. Ну, давай. Вот такой вот. Красавец? Наверное, красавец. На еду хватит. Граждане, товарищи, к
которые говорили, что мормышник, он практически везде позволяет что-то наловить. Это... Они не врали, короче. Что ж, это при моем нулевом рыболовном, так сказать, экспириенсе вполне приятно. Сейчас тогда действительно тут еще покидаю. И перейду. В другие места. Я думал, что вот такой достаточно нежный. Ну, она прям легкая. Я не думал, что она будет чувствоваться поклевка такого компактного рыбового. Но тем не менее, прикольно. И сейчас будем смещаться, может, кого-нибудь действительно... Оп, поклевочка. Покрупнее удастся поймать. Ну вот в этой луже вряд ли, а вот может быть... Ну, я сегодня хочу пошарахаться так прилично. Вот такие у нас с вами дела. Ну что тогда, пока я, наверное... камеру до следующего этого рыбового. О, видно, он там преследует. Но вам-то, наверное, не видно. Да, то есть, конечно, не каждый заброс, но вот через 3-4 5 запросов даже при моем скеле какие-то поклевки реализовать, понятно, у меня не получается, потому что я нубера, но зато весело, так сказать. Ну что, еще один микро... Ай-яй-яй-яй. Не дергайся, я тебя освободить пытаюсь, а ты дергаешься. Еще один микрорыбов. Такие дела. Оп. Клюет. Такая вот у меня сегодня. Ну, хотя бы это уже результаты на фоне... Как я раньше ходил, когда вообще никакой вообще рыбы не было, это прям успех. Ну и понятно, что тут какая-то основная цель не какая-то трофейная рыба, а чтобы, так сказать, времяпрепровождение, поклевка или зацеп, чтобы времяпрепровождение такое занятное было, плюс... Это минимальный вес. Минимальный вес как, собственно, самого полного комплекта. То есть не просто это легкий спиннинг, а легкое все. И наживки, и вот эти вот крючочки. И возможность там каких-нибудь таких походов тупо встать там, быть где-нибудь перед сном за несколько часов. Ну даже вот если какие-нибудь ладошечные окуньки, уже это для разнообразия рациона. Особенно легкоходного рациона, я считаю, это очень даже будет неплохо. О, кто-то все так хорошо клюнул. Оп. Ну, это уже по моим меркам прям крупный окунь. Ой, конечно, из меня рыбак, блин. Что непонятно, как хорошо бы расположиться, везде грязюка. Ну, что? Как тебя взять-то так? Ай-яй-яй-яй, сейчас я губу порвешь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот на какого-нибудь там, я не знаю, котику уже какого-нибудь вполне. Давай, беги. Ну, то есть, в принципе, это сколько? Полчаса, у меня уже 5 рыбов наловлено, а место такое, прям я вот только фактически из города выперся. Но фактически, ну, уже какие-то успехи есть. Есть. Оп. Давай, давай, давай. О, а, сорвался. Но это, блин, уже был такой. Еще крупнее.
Ну вот сами видите, я тут болтаю практически каждый там второй-третий заброс. Какой-то вот тут вот этот вот микрокушок вылезает. Если, кстати, знаете какие-нибудь хорошие проводки для мормышника, накидайте мне их, пожалуйста, в комменты. Я с радостью воспользуюсь вашими советами на следующей рыбалке. Так, я вот ловил вон с тех вот плит. Сейчас сместился немножко центрее. Сейчас вот здесь вот. Покидаю, правда, ветер поднялся. Вот. Ну, вот просто веером. И дальше пойду, если ничего не поймается. Вот, кто-то тут у нас. Опа. Давай, давай. Оп. А, слушай, вот это, по-моему, плотвичка, да? Ну-ка, господа, понимающий толк в рыбалках. Кто это у нас? Плотвичка, да? О, оп. В общем, надоело мне там. Рыбка там клюет. Мелочь вот эта вот. Хочу перейти подальше. Там еще посмотреть. А так предварительно вот этот вот все это мормышинговое безобразие мне предварительно прям нравится. Почему? Во-первых, я что-то до него поймал даже. Да. Да, это у меня не получалось. Вот. А во-вторых, я думаю, что если брать какой-нибудь поход, то и комплект будет легенький. Мы же все-таки с вами тут легкоходы, а не рыбари. А во-вторых, что даже вот такой мелкой рыбешки бы хватило, чтобы какую-нибудь микроуху сделать и себе разнообразить походный рацион. По-моему, в общем-то, звучит как план. Это все еще надо доработать, доходить, да, продолжить испытывать. Следующая локация. Ну, тут ветер, блин, я даже эту мормышку забросить не могу. Блин, я куда-то унесло. Сдуло на ветке. Да, наверное, все-таки отсюда надо перебираться. О, есть. Опа. Так, еще плотвиченька, да? Оп. Тихо, мой хороший. Сейчас я тебя спасу, не кричи. А? Да. Вот такая вот. То есть, да, несмотря даже на то, что это фактически берег, ветер, кто-то клюет. Даже вроде на такую, ну, такая ерундовая, по сути, какое-то такое место, я бы даже вот прям клюнул, ну, сами, наверное, видели. У берега совсем. Ну что ж, попробуем еще. На озере, кроме этих плотвичек парочки, я ничего не поймал. Буду смещаться дальше, потому что ветер. Хочу зайти с наветренной стороны, чтобы наоборот у меня сдувало мормушку в нужную сторону. Пока такая разнузданная.
рыбалка трофейная. О, кстати, яблоки, дички. А вот тут вот у меня уже пара поклевок прям была. На таких. Вот еще один как раз вот тут вот он и клюнул. Ать-ать-ать, какой-то... Нашел я тут такую вот стояночку цивильненькую. Прям буду здесь питаться, время уже 2, что уже, часа 3 рыбарю. В принципе, нормально. Я уже бы на легкоходную уху себе наловил. Но, естественно, видели, я всю рыбу пока выпускаю. Я просто так вот выехал половить. Поэтому сейчас будем питаться. Как обычно, короче, крушение самолета, любое свободное пространство будет занято. Это, кстати, не мое было. Это мое. Фумитокс. Походный, блин. Ветер. Ну, не знаю. Комаров сдувает, так что будем считать, что он работает. Ну и по приему пищи у нас, как всегда, джитбойл. Мой любимый фобо и мясная заправка кронидовская. Напомню, что с кронидовым у нас интеграция. Ну, в том плане, что есть промокод, я его оставлю, ссылка там какая-то, скидка будет. Вот. Как обычно, могу только, в общем-то, посоветовать японовскую лапшу, фобошечку рисовую. Вот так, где больше этих приправок. Потому что там есть где чуть-чуть приправок, а не такая. Ну и пока кипит. Еще раз покажу. Вот мой спиннинг. Престиж 198. Тест 0,208 грамм. Четырехчастный тревел. Катушечка такая мифайн. Китаец какой-то. Легкий. Ну не знаю, насколько он работает. Я в этом не особо ничего не понимаю. Вот. Купил себе прикольный набор. Такой вот этих, как их, кимкостей, коробочек, мейха, японцы, прикольно застегиваются. Тут всякие мормышки, тут силикон, два этих, это на как раз мормышечки. И два под ультра лайт. И пара блесен там есть. Это типа, если бы я косодаку захотел покидать, брейв. Вот, потому что у меня к спиннингу есть вторая катушка. И тут на эту катушку намотан первый шнур. Ну, то есть подошло бы, в принципе. Не знаю, что-то мне так... Не хочется туда-сюда перекидывать, наверное, все-таки по-хорошему надо отдельные катушки брать для всего этого дела. Вот, что еще сказать. Пока я доволен тем, что что-то клюет, что-то ловится, но сами все видели, сейчас буду питаться. Горячо. Вот. Чем этот данный блед был объективно плохо, очень греет сильно. Так, заливаем. В остатки воды закидываем греться в заправочку. Все, сейчас выжидаем. Рисовая лапша очень быстро запаривается. Суповая основа уже на дне. Наверное, даже я чуть-чуть это... Многовато будет. Ну, хотя суп. Вот, суповая основа. Она на дне. Сейчас я ее размешаю. И тут еще есть два пакетика с маслом. Опять-таки, калорий нажорится. То есть. И чили-соус. Его много не надо, если вы не любите острое. А если любите острое, то надо много. Такие дела. Вот. Так это все выглядит. Очень-очень недурно. Сейчас хочешь туда заправки и будет огонь. Вот, не уха, но весьма и весьма достойно я уже. Ну, я практически каждый выход что-то такое в органе. Вот этот рюкзак чисто беговой мой. Я его тут взял, потому что мне я планировал ненадолго. У меня, в общем-то, получилось ненадолго. Все, сейчас еще, наверное... Несколько забросов отсюда.
Не отсюда, наверное. Нет, меня там окушка я поймал. А, фиксим. Сейчас пару забросов отсюда сделаем. И потом буду возвращаться. Ветер вроде подстих. Может, что-нибудь еще и поймаю. Ладно, здесь, короче, полный бесперспективняк. Пойду назад. Самое еще первые места схожу, где у меня активно клевало. И буду выходить к транспорту, к общественному. Возвращаться. Фу. Ну что, в целом я рыбалкой доволен. Что-то клевало, что-то ловилось. Иногда даже не прям не супер малек. Так что я думаю, что это все дело можно будет повторять, зазернять, так сказать, в катарсисе и встраивать в структуру походов. Но периодически какие-нибудь там водоемы есть. Так, навскидку, грамм, наверное, 300 все в совокупности весит. Надо будет, кстати, провзвешивать. И как вариант, может принести пожрат. Ну, чисто для разнообразия рациона, иногда какую-нибудь там дневку коротать. Почему нет? Надо будет все-таки еще попробовать что-нибудь более серьезное вытащить. Я как понимаю, на мормышинках вот эта вот более крупная рыбка тоже должна и может клевать. Ну, тут это вопрос, так сказать, практики. А пока, наверное, у меня все. Спасибо, что досмотрели. Если вообще смотрели, ставьте комменты, как улучшить, на что ловить, что купить, что не покупать, что выкинуть. Вот. А у меня на этом все. Спасибо за внимание.